Ё-моё. Я! Ой, в красивом воздухе об ноги ударился. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Арара, Васаби, Пингвину, Секрет, Форум, Феникс, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ребята, ну что, давно мы не записывали на этом крутом лабиринте, и давно у нас не было рубрики с Абунгой. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать, веселиться и угорать. Так нечестно, я уже сам. Ну и хорошо, пока. Так, ну что, падаем и погнали. Надеюсь, я повыживаю хоть 5 секунд дольше, чем обычно. Я на вышке. Веселье началось, пацаны. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень веселое, классное, которое людям продлевает жизнь. Так как смех – это и есть наша жизнь. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании. Совершенно верно. Так, я видел, как он телепортировался. Он уже идет ко мне. Кстати, очень бешено. Ах ты, зараза говняная, со спины зашел. Хорошо. Хорошо. Ой. Так, ну что, надо как-то мне все-таки попытаться пробраться. Мы уже все на башне. Вы все на башне? И вы видите, да, как я сейчас, я буду умирать сейчас. Прощай. Да. Зараза. И что, я поставил сам себе их? Да. Не, так не будет. Походу. Так он не будет. Вот это сейчас будет веселье, у вас там тоже их много, пацаны, не переживайте. Ты меня скинул. Твоя судьба, карма тебя скинула. Правильно. Ай, зараза, они меня же ждали здесь. Да как мне попасть на вышки? Меч это лазерный. Легко? Лазерный меч взять? О, давайте, Звездные войны возьмем меч. Мне кажется, меня это, конечно, особо не спасет, но я буду стараться. Они прыгают. Я упрыгают. Воу! Я подстава, отлично! Я отлично! Отлично! Хорошая идея с мечом. Спасибо, что подсказали, пацаны. Пожалуйста. Отлично. Еще разок. Так. Ого, не прыгают. Они достают до вышки, да, туда ж? Да. Я вижу, я вижу. Ну что, пацаны, давайте. Сейчас кто умрет, тот лох. С этого момента. Давай, Дима. А, ну все, пингвинус, давай. Это судьба. Тихо, тихо, тихо. Надо оружие поменять, чтобы от первого лица играть. Это не надо. Они не умирают, пацаны. Вы зря такое оружие используете. Они бессмертные. Питеры. Так, отлично. Я наверху. Эй, наверху говорю. О, ну что, давайте проверим, сколько я здесь смогу продержаться. Они, кстати, так не высоко не допрыгивают. Или допрыгивают до конца вышки, пацаны. Иногда могли. Иногда могли. Допрыгивают. Тю, блин, это я думал Абунга, это Симпсон у нас тут прилез. Как всегда. Ой-ой-ой, красиво умирает, пацаны, я вижу. Так, я буду добавлять еще. Я хочу, чтобы был прям вообще эпично, так как у нас лимит. 100 Абунг мы можем поставить. Давайте черный. Так, ну что, штук 50-60 уже приблизительно я поставил. Ой, кто-то много. Лабиринт, как подвал. Да-да-да, но они там тоже могут, кстати, ходить. А, вот это он рядом был. Вот это прям вообще близко. Смотрите, смотрите. Еще чуть-чуть и будет допрыгивать. Проверим, сколько мы здесь можем продержаться. Сложно? Да. Ну ты же хороший игрок. Ты же говорил, что ты профессионально играешь. Конечно. На тебе, поджопник. Блин, хотел поджопником скинуть. Эй! Ты че? Ой, извини, не хотел. Ты первый начал монтировкой драться, я поджопника давал тебе только. Мужики, предлагаю по старой тактике, берем оружие за входа, пытаем дип. О, давайте, давайте, пацаны, я жду вас. Я тоже возьму сейчас оружие с Left 4 Dead, и мы посмотрим. Все, пацаны, бежим. О, правой кнопкой мыши, да, отталкивать? Нет. Вообще-то, Alt F4. Ах, вы жопы скинули! Ааа, блин, ну блин! Эй, я так хотел первый скидывать всех. Дима, я спрыгнул с другой башни и тебя пнул. Так нечестно. Ну все. Отлично, отлично. О, они позастревали здесь некоторые. Тихо, тихо, мужики. А! Ё-моё. Я! Ой, в красивом воздухе об ноги ударился. Ой-ой-ой, сейчас чувака окружили. А кто за Симпсона играет? А!
Эй, блин, аж подлагивает. А так я забыл. Так, поудаляю чуть-чуть. Черных удалю. Во-во-во. Да ты смотри, что они делают. Убивают жестко, да, пацаны? Нет. Не, ну, на спавне их прям вообще куча. Ну, это ж хорошо. Они прям на спавне душат, пипец. Во, поиграем немножко третьего лица. Кстати, я выхватил тактику, как легко до башни добегать. Вообще отлично, смотрите, да? Легко и просто. Даже не надо ни паркурить, ничего, просто бежать и все. Так, никого нет? Ого, еще бы чуть-чуть бы и достал до меня. Его сами слышки сокрупно упал. А, зараза, отвали! Ого, прям на лестницу приклеился, вы видели? Это был профессионализм. Так, отлично, отлично. Вот он там. А, только не скиду! Да тварь! Ну говорю, не скиду. Это правая кнопка мыши, да, ты нажимаешь или какой? Alt F4. Alt F4 это выходить с игры. Ты думаешь, я не знаю эти все приколы? Ну так жаль. Ладно, кнопка выключения компьютера. Эй, не шути так со мной. Ай, зараза! Ну зараза! Ой, что ты жопу нюхаешь тут? Погнали, погнали! Отлично, отлично, ребят, мне нравятся такие выживалочки, где прям, знаете, очень сложно выжить. Ай, пойдет, пойдет. Дима, ну мне нравится, как ты выживаешь. Они меня ужалили. Она бежит за мной. А Бунга это он или она? Он. Оно. Оно, точно, что оно. Так, выбираем мою тактику, которую я придерживался в тот раз. А, ну да блин, я так пугаюсь, когда они меня убивают. Ребята, если вам нравится рубрика с абунгами, пишите, нам нравится или плюсик. Тогда мы будем больше снимать, потому что я в последнее время меньше их стал снимать. Но я думал, что вам не нравится это. Давайте проверим, нравится или нет. И, знаете, я сегодня нашел, плюсик. Пацаны, настолько большой гигантский лабиринт. Давайте, если этот ролик наберет 3000 лайков, то я его запущу. И он настолько большой лабиринт. Вы таких лабиринтов в Гаррис Моде никогда не видели. Он просто мега-гигантский. Там, ну, нереально большой. Там даже, я не знаю, есть ли смысл его будет запускать и возможно ли оттуда вообще выйти. Вот это я там убегаю по красоте. А, меня окружают. Демоны, да? А, промахнулся. Нет, не хочу жить. Ой-ой-ой-ой, красиво. О, толпу отвожу. И сразу ее обманываю. А! Блин, допрыгался, жопа морская. Так, показываю вам, ребята, тактику, как до башни добегать. Чтобы не получать урон падения, в конце можно контрол нажимать. О, да, я этого не знал. Эй! Ты, смерть вонючая! Эй! А-а-а, вы против меня решили, что ли, играть? Нет, это все васами. Это все. О, короче, с контролом выше прыгаешь. Я случайно, да. Дима, это не я. Это не ты, хорошо, это я запомнил. Оно само. Оно само? Честно, я тебе не верю, ты врешь меня. Ого, не допрыгнул до самого верха. Ой, секрет умер, прощай. Как всегда. Довольно-таки был неплохим человеком. О, паузер ползет. Мужики, мне страшно, за мной идет Дима. Так он подняться не сможет. Че, не, а че я не смогу подняться? Ах! Уже сможет, а нет, тебя там васаби столкнет. Нет, никого нету, я сам. Кружит. Ну что, ребята, я главный на башне. Ненадолго. Ты думаешь? Скидывать его с ордеры. Нет, вы меня не скинете. Поспорим. Ну давай, я тебя жду. Ну давай. Кто залезет, того сразу буду мечом по башке вот так бить. Давай, кто? Ему сразу бан. Че, не, не надо бан? Так, я вижу, кто-то пытается. А, это Абунга, думал, кто-то ко мне уже лезет. О, если в Абунгу в серии к Диме залезть? А, не получится. Нема оружия у нас, которое позволяет им управлять. Его надо отдельно качать. Я забыл. Ну, блин, так нечестно все. Чего? Ну что, пацаны, пока мы все победитель. Потому что я царь горы, и тот, кто тут стоит наверху, Абунга не может убить. А пацаны, что-то, кстати, никто не умирает, я не понял. Вы что, все живые? Секрет так, умер, это хороший знак. А
что, он типа убить тебя может? Ты не один, Дима, царь горы. А, ты тоже залез? Арара тоже залез. А что ты мне пытаешься дать? Отлично! Ну что, васаби, не получилось у тебя, да, что-то? Все, Дима. Я буду мстить. Так давай, попробуй, залезь и убей меня. Ну все. Эй, не надо так делать. Давай, последние слова. Блин, не ту кнопку нажал, фух. Не, я тебя не буду убивать. Я не буду убивать, да, я выключу вообще меч. А третьего лица, кстати, прикольно играть, Гаррис Мадди, мне нравится. Дима, я как-то много подбашу. Подожди, секрет не скидывай, сейчас все будет. Ай, офигевший. На, тварь. А, да как ты это сделал? А, их тут много. Ну все, ну все. Вы сговорились против меня одного, это же честно. Ну, ну. Ого, меня Бунга подкинул, представляете, я не умер. А как такое возможно? Это, ну все, Дима. А не, может, у меня игрок так подкинул? Головой не знаю, наверное, да. Я, короче, жопой об голову ударился и подлетел. Так, подлавливаем момент. Ой, красиво! Ну, блин, ну как так-то? Так, давайте попробуем через другую сторону. А, там тоже-то, кстати, можно сделать. Во-во-во-во-во-во-во. Отлично. Ой, вообще красота, смотрите. Какую фишку нашел, где можно бежать. И искры делать еще. Прикольно. Так, убираем меч. Просто бежим легким бегом. Прогулка у нас. Я царь горы. Нет. Ты будешь царь горы. Ты дурак, а не царь. Иди отсюда. Нет. Сам иди отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж вас так много? Ой, я знаю, что надо сделать. Так, у нас кое-что еще есть, ребята. Во. Чинг. И... По лестницам очень чинг. Нет, Дима читерит. Че я читерю? Быстрее. Газ ему. Дурак, что ли? Так. Давайте ему гранату в портал закидывать. А где его портал? А. Прям подо мной. Вот его портал. Давайте запрыгнем в портал с оружием в лофудет и выкинем. Я удалил портал специально, чтобы вы мне ничего не делали. Блин, ну не однако. Ой, я знаю, что... Так, сейчас, ребятушки, мы все сделаем. Да твари! Да Бунга, тварь, блин, испугал меня. Ты оружие красиво выбирал. Не стреляй. Кто по мне стреляет? Не бей меня. Ладно, не буду, давай идем в портал. Давай. О, отлично, отлично, отлично. Оп, я ползу. Тихо, тихо. Ай! Да ты задрался своим вонючим оружием! О, видели? Мечом можно, кстати, цепляться за стенку, и оно медленно падает. Я это фишкой не знал. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Блин, а Бунга задрал. Ах ты, тварь! Ну, блин! Ну, это было прикольно, кстати. Форум, ты такой плохой. Эй, веселимся. Что там за ракетница у вас? Ой. Все, Арара убивать не буду, он свой. Так значит... Эй, у вас там ракета застряла в стене, вы слышите это? Это вообще-то ракета Арара. Я вижу. Это моя ракета. Она, кстати, падает вниз почему-то, это очень странно. Опять доминировать. Ну, значит, в конце видео... Ну чё, давайте, портальщики, вы где? Дим, помнишь, когда мы теряли атомную бомбу в портале? Да, было такое. О, вижу, вон кто-то порталист. Слышь, ты! Подожди. Да блин, это... Ах ты, пингвинус. Вот так, значит, вы со мной заговорили? Да. Да блин, ну что вы? Ну все, прости. А че у Арара дофига хп? Вы че, офигели? Арара читер, все? Арара, а сколько он себе жизни сделал? 10 тысяч там. Надо все равно спасибо. Он от затея не хочет получать. Ты должен умереть. Ай, не могу убить!
ты, бессмертная морда! Кусок, что у тебя жизни много? Неправда. Мы не с обунками воюем, а между собой, что ли? Дима, иди сюда, иди сюда. Да я тебе... Я тебе... Ай. А, я хотел спауна удалить. Ладно, ладно, надо валить. От этих психов. Нет, куда мы бежим? Да вы задрали, отвалите от меня! Бунга, убей его! Сейчас тебя Бунга убьет. Что произошло? А ты смотри, я кишки из жопы мне выпустил. Эй, вы чего такие злые? Я же к вам по-хорошему. А что? На, понюхай. Нет, стреляем ее. Блин, не получилось. На, вот так? Это эпический взрыв. А мы вышли. Раз ты вот так вот, тогда лови. Да ну это не честно, это ядерная бомба. Ой-ой-ой. Я же ядерку не взрывал. А что, это маленькая? Нифига себе маленькая. Вот это там все горит к чертям. Да ты смотри, что они делают. Ребята, они надо мной издеваются. Да, поставьте нам за это лайк и подписку. Это моя бомба, на, нюхай. Где она? Она все взорвется. Она слабая, она не мощная. Да вы задрали меня убивать. Я же вам ничего хорошего не сделал. Вот именно. Ой. Бомба улетела, А что она не активировалась? Эй, бомба! Удали. Это моя бомба! Оставь ее! Нет! Я все полетело, отлично! Сейчас все взорвутся, ребята! Ой-ой-ой, что фигня? Нормальная бомба! Я всех убью! Спасибо за халявные килы! Куда, Дима, нет! Да вы задрали, мужики, хорош! А кто бомбу ставит? Да секрет, да хватит! Да, Дима, это баг. Так, хватит, какие баги? Это ты доставил, блин, мочишь. Нет. Надо быстрее сваливать. Одевайте противогаз. Ого, эрорка застряла. Так. Оцепляем район, не даем Диме сбежать. Отлично. Ролики. Стой, ой, красиво, ребятушки, смотрите. Налеплю. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, это было эпично. О, Дима сверху, давно да? Я не такую бомбочку не взрывал. Так, чё, какая бомба, я не понял. Все, прощайте, пацаны, вам понравится. Я не почти словил. Ой-ой-ой, красиво. Надо валить, надо улетать. Чем дальше мы идем, тем больше. Смотрите, смотрите, это называется вулканическая бомба, уже достает. Ой-ой-ой, улетай за карту. Я выжил. Вот ты. Это жесть. Воевали, короче, с обунгами, закончили война между собой. Ну, мне нравятся такие ролики. Ну все. Не-не-не, не все, пацаны, не все. Это только начало войны. Я разозлился сильно, держите, подлецы. Ну все. Бум. Дим, хочешь настоящей войны? Я тебе ее устрою. А ты умеешь? Ой-ой-ой. Ой. Вот ты чё там бросаешь? Энди-тим. О, у вас сами тут тоже энди-тим? А, хорошо, хорошо. Нет, я открываю энди-тим, ищу мою любимую бомбу и взрываем Димас. Я слабенький. Ну все, пацаны, прощайте, сейчас что-то будет эпичное. Я вижу, сколько взрывается бомб. Ну все, я их не боюсь. Вот смотри, что их боятся, что он может сделать? Ну давай, один на один. Он может быть. На тебе за то, что ты меня убил. Давай, 100-100, блин, ну ладно, ладно. Ха-ха, убили. Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Куёка, Арара, Форум, Думгай, Фриз, Шоколадка Стёпа. Пацаны, поздравайтесь! Привет! Всем привет! Всем присылаю привет! Всем привет! Ну что, ребята, сегодня у нас очень классная карта, это Backrooms, и будем убегать от Абунг. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и выживать. Погнали! Пацаны, буду ставить по очереди, не сразу много. И в конце мы поставим черного самого быстрого. Поехали! С оригинала! А,
уже вижу. Да, уже пошел. Странно, что он за мной сразу пошел, хотел, чтобы он куёк убил. Давайте, кто первый проиграет, тот лох. Согласны? Не лох, а красавчик. Да. Красивый лох. Да. Не, я буду называть дядя лох. Ребята, сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день и стараемся поднять людям настроение. Ну все, мы поняли, кто из уже лох. Так, еще одного ставлю. Ой, я специально его поставил, чтобы он его убил. Так, ставим сразу еще одного, раз ты проиграл. С каждой смертью игрока буду добавлять. Вот будет 100 умираний, 100 штук добавлю. Спасибо. А что ж вы хотели, ребята? Так. О, за мной! Эй, тихо, тихо, мужик. Да ну что? Ладно, Дима, добавляй. Да он меня взял и подкинул специально, чтоб я умер. А что за оружие ты берешь? Я уже забыл. Это Left 4 Dead. Left 4 Dead. Хорошо. Поехали. Блин, ребята, видите, какие у меня подписчики, подлецы, еще те. Обманывают меня и кидают. Да. Я запомнил твой скин, надо сразу оружие. Я все сганы тебя подкину. О, сразу двое умерли. Добавляем. Сразу двоих, да? Ну давай. Да? Вот это жесть. А, троих, Дим, уже. Троих? Да вы что, издеваетесь? Вы так хоть быстро не умеете? Да это что, будет 500 тысяч штук в конце? Да. Так, сейчас я убегу, потому что они меня убьют. А, он за мной. Когда они будут за мной бежать, я поставлю обязательно. Пока мне надо оторваться от него. Мы семерых. Да, 12-ых. Подождите, пацаны. О, отлично, отлично. Давай ставим. Раз. Отлично. Ой-ой-ой-ой, их уже по всей карте. Ай, блин, рядом. Отлично. В принципе, я еще как бы не умер от Бунги, если бы мне не подкинул бы тот челик. А я ничего не знаю, ты умер. Да, хорошо, хорошо. Я запомнил твой скин на лице. Куда его? Да блин. Бегите, бегите, глупцы. Гусь, давай, покрякай нам еще тут. О, точно. Я тебя форум. Крякачкин, крякалкин. Форум уже умер. Отлично. Да? Нет, такие 10. Ставим еще, ставим еще. Так, давайте вот это, он более быстрее. Ты дурак, что ли? Хорош. Вы преграду сделали. Ого, они уже по всей карте. Бегите, бегите. Кстати, легко, да, убегать на этой карте от них? А! Ладно, ладно, я поддался специально. Отлично. Важный совет, просто кучками не делайте. Все нормально, все четко. Да, вот я один прыгаю, все нормально. Ой, два зажали. Да, его. А, один, 10 штук. 10? Штук. Да. Не, я не буду вот прям столько много ставить, потому что они меня убивают сразу. Да буду потихоньку хорошо добавлять. Передо мной поставил, я умер. Это хорошо? Да. Значит, добавляй. Добавляй, добавляй, пацаны, вы не переживайте. А, такой, блин, он так меня бьет, а чуть не телепортировался на молекулы, блин. Влепил класс, меня в стену жестко. О, я тут буду стоять, никого нету из-за бунка. Господи, окружили. Еще оставить? Дима, 20 штук. А я и так добавляю, ты просто не видишь этого. Дима, тихо, тихо. Добавляешь. Стоять, стоять. Стоять. А вот бегите. Отлично, ребята. Куёка попался. Ну конечно, попался. Блин, ты меня пизгадом взял. Тихо, тихо, тихо. Ты помнишь штуку, если не двигаться, они тебя не убивают? Ты помнишь? Они что, реально не убивают в это время? Оно работает. Вот если... Убивай, ты обманул, ты специально меня обманул. Да, ты что хотел? Это работает, если ты станешь не двигаться, то он будет загреваться на других, кто бегает. Да? А ну давай, я появился, я не бегаю, давайте проверим, вот просто не шевелюсь. А я сейчас найду и подкину к ним. Нет. Работает. Я стою, не шевелюсь. После того, как умер, не шевелиться, да? Да. А сейчас вас к ним принесу. Дим, вот работает реально. Ну, реально, Куёка. Мне страшно. Блин, это круто, я не знал. Да блин! Я просто на пути, да, встал ихним, поэтому убили меня. Да. Правильно сделали. Смотрите, все стоят и не шевелятся. Давайте все вот не будем шевелиться и проверим, будем умирать или нет. Тихо. Да, работает. А где не ходит? Ты зачем это делаешь? Встань на месте. Не шевелитесь, да. Все, они не убивают нас. Смотрите, смерти... А, нет, добавляются смерти. Ну, значит, кто-то ходит. Да, никто не копал. И гусь Санек. Да. Он специально возле меня ходит, чтобы они меня убили.
Бах, быстренек. Тихонько, тихонько, ребята, все четко, выживаем. Потому что я как бы стою. Дима, ты еще на месте? Да, я живой, я сколько вот времени стою, живой. Я еще буду добавлять. Они там. Ой, давайте черного. Черного добавляю, самых быстрых. Ой, ты черного. Что, неинтересно, не умирать? Да. Да вот, смотрите, классно. Я не знаю, что это работает. Так, 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 так. Их капец толпа. Я добавляю еще, вы же умираете, я добавляю. А, так, вот такого добавим. Вот смотрите, дурак что ли? А, он не за мной бежал. Так, встанем вот так в уголку и стоим. Хуёк, ты видел? Тихо. О, прошел мимо, видели? Хотел за мной загриться, но не за... А, нет, все-таки хотел за мной загриться и загрился. Так, давайте вообще посмотрим, сколько я могу поставить абунг. Сколько у нас лимит NPC стоит. Так, настроиться песочницы. 52, давайте мы сегодня в этом ролике поставим 101 абунгу. Поехали. Страшно. Не бойся, я так 100 раз сделал. О, тварь. Так, ну что, штук 30 уже есть. Наверное, даже 35. Да. А ты видел, что тут лампы есть, как бы говоря, на потолке? Я вот думаю, можно ли их разбить? Ну попробуй. Так, они медленно... Ай-яй-яй. На проходе нельзя стоять. Ой, туда идти. Ай, толпа! Ой-ой-ой-ой, сколько я их... Это что, сейчас будет такое, что мы возрождаемся и умираем сразу? Нет. Это прикольно, мне уже это нравится. Ай! Зажал, жопа, блин, морская. Морская. Эй, проскочил. Так, все-таки я надеюсь, что в этом ролике я 100 штук поставлю. А! Да блин, да сколько можно? Ладно, давайте добавляем. Че бы и нет. Не боюсь. Ой-ой, сколько их! Еще мало мне, мало. Ёлка тебя подкинул. Ай, все равно умер. Ты что делаешь? Стоять! Стоять, на тебе. Ай, блин, я тоже умер. Так, тихонько, тихонько, ребята. О, начинается вакханалия, когда вообще скоро мы не сможем выживать вообще. Окружили, окружили. Ужас, скример. Бегите, мужики. Дима, они теперь как скримеры. А где, где? Ай-яй-яй, блин, они друг друга позастревали. Еще добавляем. Рандолица. Парад. Тихо, тихо, мужики, успокойтесь. В каждом проходе они есть, в каждом. Вот именно. Вообще никак не убежать. А возможно убежать? Как-то возможно. А, нет, невозможно, невозможно это сделать. Я еще добавляю, пацаны, 100 штук. Нормально сойдет. Если будет комп лагать, то все. Все. Черный, черный, черный и быстрый очень. Новую купи. Кстати, если... Штук 60. Ой. Дима, знаешь, как это называется? Это не просто абунги, это стадо абунг. А-а-а, прощайте. Ай, блин, ну почему реально, когда не останавливаюсь, они тебя не убивают? О, стою. Ай, зараза. Плохо, что они вообще на своем пути убивают не тогда, когда они хотят, а просто всего, чего касается, убивают. Ой, толпа, толпа. Смотрите, они не агрятся за мной. Ты где стоишь? Я тебе не скажу, ты меня опять будешь своей палкой вонючей толкать. Тебе кажется. Или ножкой. Ребят, ну добавляю еще. Почему бы и нет, да? Давайте вот это, розовых, разных. У нас сегодня ассорти. Ассорти. Я прям долго живу. На месте стоит. Форм, оттолкни Диму ножкой от стола. Нет, я его уже нашел. Если ты меня будешь сейчас толкать, я тебя физганом скормлю абунком. А давай проверим. Пожалуйста, не проходи мимо меня, ну блин. Штук 70 уже поставил. 70 штук, вы представляете? Чё так интересно, я так смогу пробежать. Ай-яй-яй, сколько их там. В каждом проходе окружили. Я бегу, он за углом. А можно так их увидеть через карту? Нет, было бы классно видеть, сколько их там уже. А, ну блин, мои ноги новые. Так, почему не старые? Не знаю. Пробегаем, пробегаем. Так, он за мной. Эти черные вообще жесткие. Классно тем, что можно как бы заворачивать за угол, они немножко скорость сбавляют. В этом есть прикол. Ну, некоторые за углами вообще стоят. Да? Круглого дома? Может, это... Да вы видели, как я пробежал?
Все, я их не боюсь. Что они мне сделают? Слабаки, а ну идите сюда. Кто мне что сделает? Вообще ни о чем. Что это Бунга может? Ничего не может. А, не, что-то может. Главное, что я жив. Слабый. Слабый, а Бунга очень слабый. Добавляем еще. Так, сейчас. О, все, вроде никого нету. Пожалуйста, Бунга, не трогай! Так, давайте еще. Да куда ты спамнить прям на меня? Я умер. Ну в этом есть прикол. Паром, давай умирать. Ну что, давайте уже 100 штук ставить, ребята. Все, 101 Абунга стоит. Ребята, 101 штука психованных Абунг. Кстати, легко выживать, да, вообще? Смотрите, ну что, они могут... Ладно, они что-то и могут. Что-то могут. Тихо, тихо, тихо. Опа, отлично. Ты меня, я тебя помню, стоять! Не я тебя считаю! А, не ты? Ну хорошо, умирай все равно. Все равно умирай. Ну я не специально, ну я не специально, я назло. А, окружили, демоны! Простая тактика, если не куёк, то умирай. Я через текстуру пролез, это нормально. Кстати, вы заметили, что вообще не лагает? Я их поставил 100 штук, а не лагает ничего вообще. Ну да. А Бунга, вонючка, отвали. Ай! Эй, зараза! Эй, блин! Ай-яй-яй, все, я что, возродиться уже не могу? А не, могу, да могу, уже. Нормально. Я возрождаюсь, они уже там. Молодец, пожертвовал собой, чтобы Дима защитил. В итоге мы все равно все умерли. Все, ребята, встаю. Встаю, чтобы хотя бы дольше прожить. Я так понял, что когда ты стоишь, ты дольше живешь, чем бегаешь. Вот ты специально... О, обошел! Обходит! А нет, не обходит. Хотел сказать, что обходит стороной. Смотрите, как игроки умирают. Просто нереально. Постоянно какая-то штука. Видите, он сейчас стоит в углу, а убить мне не хочет. А если я покручусь? Привет. А, крутиться можно, нельзя бегать. Да. Дима, привет. Ну ты галимый, кто это хочет сделать? Это специально люди делают, Дима. Это специально люди делают. Да, я понял, я понял. Я запоминаю никнеймы, буду их скармливать Абунгом. Тихо, 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 тихо. Ай, блин. Ну вообще жестко. Ну все, я их не боюсь. Вот смотри, что их боятся, что он может сделать? Ну давай, один на один. На тебе за то, что ты меня убил. Давай, 100 на 100. Блин, ну ладно, ладно. Убили. Прям на мне еще топтался. Так, дядя Бунги на меня нападают. Гусь Санек, пока. Санек, пока. Сам пока. Отлично, стоим. Да блин, жопа, отталкивает сильно прям. Так, все. Я вообще их не боюсь, потому ну что их бояться, ни о чем. Смотрите, я стою на месте, они обходят меня стороной. Лайфхак работает. Ну, до этого момента он работал. Да. Отлично, отлично, смотрите, все мимо. А потом мы знаем, кто сколько раз умер. О, привет. Давайте уже проверим, кто сколько раз умер. Кто-то умер аж 42 раза. А, это я. Форум. Форум 54 раза умер. А, шоколадный Степа 68. А мы живучие, это Арара. У него 16 смертей. Ага. А что ты делаешь, чтобы выживать? Да не бойся. А давайте мы сейчас сделаем такой лайфхак. Вы все, кто умрет, не двигайтесь и стоим на месте. Будут они нас убивать? Все. Может, вообще смерти не будет? Крутиться можно. Крутиться можно, нельзя бегать, да. Господи, они... Ай, ну зачем? Ушел, ушел, ушел. Так я убийца специально. Смотрите, что он думает. Все, они все встали и не бегают. А нет, кто-то еще умирает. Но это пацаны бегают, наверное. Мы не бегали. Они просто, да, двигаются, ну, вы стоите на проходе, они через вас, да, проходят и убивают. Все, все, замерли все. Они замерли. Ребята, да ладно, смотрите, они никто ни разу не умер. Я вижу, как телепортировался кто-то. Они телепортируются. Да ладно. Да-да-да, он телепортнулся. Ай, жоп, он глуз. Ай, на меня все равно напали. Я запомнил тот, кто по мне стрельнул. О, Гусанёк. Это Арара был, да, стрелял по мне? А? Нет. А! Хуёлка! Вот это развернуло меня на 1090 градусов. Ладно. Так, отлично. Хоть кто-то должен, да, всех бокопорить? Да. Саня, давай, отстреливай, отстреливай. А! Вы видели, прям коснулся, но не убил меня. Вообще жир. Кстати, у нас тут пожар. А! Пожар. За там звуки. Пожар.
Так, 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 так. Ай-яй-яй, бамбухи. Бамбухи. Дима, я на тебя, короче, охоту открыл, если встретил его. Серьезно? Я на тебя тоже открыл. Не имеешь права. Ай, только Дима, я тебя не найду. Я знаю, где он. Ай, ты чё, хуёка? Я за это газ выпущу на всех вас. Дима пёрнул. Дима пёрнул. Вы чё делаете? Я же к вам по-хорошему. Как твои дела? Мы с миром. Ой, Куёка, ты умер? Да, вот так. А вот кто будет меня убивать, я буду бомбу взрывать. Это Куёка. О, Дима, давай. Давай. А, это подождите, дайте выжить хоть секунду. А ты где? Все мимо, все мимо, все мимо. Отлично. Куёка, я за тобой. Здорово. Так, форм где? Так, передумал. Меня убили, я не знаю. Я тоже его. Я его вижу. А, горим, горим, горим. Да тварь! Бомбу удалять быстрее. А что, у нас тут деф-матч какой-то? Бомба! Бомбу взорвали обунги сами! Нет, да я взорвал, Дима, бомбу вообще. Ах ты такой! О, давайте еще вот таких поставим бомбы. О! Ах! Вот это они бомбы расталкивают! Это была подводная бомба для подводных лодок. Так, давайте. О, у нас есть вот такая красивая бомба. Ой, красиво убила себя. Да. Отлично. Ой, что звук? Сейчас увидишь. Это слабая бомба, она не сильно мощная. Она красивая. Ну не слабая, понимаешь. У меня даже минус. Так, стоим, стоим. Я выживу. Сейчас я выживу. А нет. А нет. И еще раз, да сколько можно, бомба вонючая. А не надо было ставить. Ай. Я прям на бомбе заспавнился. Так, хорошо, вы меня уговорили. Да хватит бомбы. Хватит спавнить бомбы, не надо, пожалуйста. Ой. Ай, больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, там небольшой сюрприз вас ждет. Вот такой. Ой. Вот? Да ты фарумуха. Что? Бум! Вот какой сюрприз. Это жесть, что мы тут творим. Хуёка! Вообще жесть. Короче, убегали от обунка, в итоге друг друга убиваю. Вы чего, мужики? Я же по-плохому. Ой. Давайте реально устроим так. Можем поубивать друг друга. Чисто да, повыживаем. Давайте, кто сейчас от обунка умрет, тот лох. Все, поехали, да, с этого момента. Не, сейчас, подождите, не с этого момента. Сейчас. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Арара, Коко Джамбо, No Name, Форум, FM Zoom Pika, Фуфлик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здоровья. FM Радио. Всем привет. Я говорю, всем привет. Сегодня будем убегать от обунга и поставили маленькую карту, чтоб никто сильно не смог повыживать. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, пацаны, начинаем с первого, вот прям по порядку начну их ставить. И в конце, конечно, как всегда, у нас будет мясо, поэтому досмотрите до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики и... Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Так, что-то еще никто не умер. Это, кстати, очень странно. Он за мной, наверное, бежит? Нет, он за мной не бежит. Конечно. Нет, он за тобой побежал. Не, он за мной бежит. О, что? Бравл, Старсков. Так, давайте будем смотреть, как пацаны умирают. Потому что я люблю за таким наблюдать. Это очень весело. О, я тебя нашел форум. Дима, не забудь. Есть такой... Не забуду, не забуду. Оружие Left 4 Dead. Left 4 Dead. Вы опять против меня сегодня все сговорились? Тогда найти вам еще обунг. Тихо, тихо. Да надо, не бойся, не бойся. Я вообще не хочу возле вас сегодня бегать. Кто, ребята, помнит тот ролик, когда они надо мной издевались? Напишите, мы помним, или плюсик поставьте. Посмотрим, сколько у нас людей постоянных, которые смотрят мои классные веселые ролики. Я не понял, почему никто не умирает? Найди вам еще! Найди вам еще! Вы что, вообще обнаглели? Ого! Вот это мне уже нравится! Так, я вижу на той части корты, да, тот красавчик. Еще ставим. О, давайте с него будем, чтобы они падали. Так. Черный пошел. Знаю. Такой. Все, поставил всех по одному, некоторых даже и двое. Так, отлично, отлично. Я нахожусь
в замке, который меня защищает Атабунг, и никто меня не может убить. Смотрите, как хорошо и лихо я здесь выживаю. Они, кстати, по ступенькам не могут подниматься. Вообще весело и легко, смотрите. Ой, чуть не упал. Они мне ничего сделать не могут. Представляете, какие слабаки? Эй, о, скинули! Скинули! Ах вы подлецы! Опять против меня все сговорились. А я появился на другой части карты. Так, будем вам еще ставить за то, что вы меня скинули. Всех буду ставить. Так, я буду так упираться об часть здания, чтобы они меня не могли толкать. Так, ставим. Еще ставим. Что-то вы мало, ребята, умираете. Надо больше умирать. Нима, иди сюда. Не, я не буду идти, я боюсь. Так, еще ставим. А! Зараза говняная! Блин, ну зачем ты меня так скидываешь? Я же хочу жить. Кстати, смотрите, очень легко выживать. Очень. Никто меня не может убить. Что, слабаки? Ничего мне сделать не могут. Ничего. Ну все, читы. Какие читы? Я просто очень хорошо играю. Смотрите, вообще профессионал. Ну да, за тобой не... Я вижу, бегают. Но я же, знаете, кто их поставил, того они любят убивать. О, он сюда не достанет, смотрите. Все. Ну что, ясно, читер. Я нашел еще одно место, где они не могут меня убить. Только за тобой все гонятся. Не, они меня не могут убить, смотрите, они не могут сюда зайти. За говно, отвали. Кто-то вам сюда достал? Да хватит мне скидывать, я же вам этот... Там кое-что по жопе с ноги. Надеюсь, вы смотрите мои ролики, и улыбка у вас на лице не спадает до конца ролика. Так, а я тоже теперь буду оружие Left 4 Dead брать и скидывать вас. Вы что думаете, вы только такие? Да. Эй. Не только Left 4 Dead, может ногой. Ногой? А вы правой кнопкой, да, мышь скидываете? Давайте проверим. Нет, Alt F4. Эй, иди сюда, ты чего убегаешь? Иди сюда! А, где, блин, упал. Ну дай проверю, ты же все равно стоишь, дай проверю, как оно откидывает. Где Дима? Блин, задавили меня, заразы! Я читер. Вы не умираете? Я не понял, вы что не умираете? Я ни разу не умер. Они сквозь стены ходят. Не бойтесь. Разве сквозь стены они ходят? Да, вот они находятся. Они телепортируются. Кто помнит эту фишку, они могут телепортироваться. Нет, в некоторых местах они просто прыгают. Там, например, лестница. Ой, красота. Ой-ой-ой, я так научился паркурить в Гаррис моде. Может, какую-то, ребята, карту паркур нам поставить и позаписывать? Да, так что, какая вам такая идея? Если хотите, чтобы паркур, напишите в комментариях, мы хотим паркур. И я буду записывать паркур-карту, где будут очень сложные испытания. Потому что в Гаррис моде реально много классных карт, где можно попрыгать и попадать. О, кстати, можно такую поставить карту, где мы поставим внизу лаву. А можно так сделать? Давай. Наверное, можно. Да. Так Left 4 Dead же никто не отменял. О, а чё он завис? Ты дурак, что ли? Дима, так если паркур, то выбери паркур-карту Майнкрафт. Ну хорошо, напиши тогда этот, идеи для видео в Дискорде напишешь. И я поставлю эту карту. Если есть такая, конечно же. Наверное. Эй, мужики. Так, ну что, я вижу, что-то мало все умирает. Мне кажется, надо что сделать? Получить по башке Атабунги. Ну, конечно. Добавляем... Слышь, ты! Я хороший. Что делаешь, Фуфли? А, что я отлетел, а не ты? Помогите! Потому что ты плохо попал. Попасть еще надо хорошо? Да, надо по прицелу. Понял. Так, я убегаю. Не ломай ему яйца, у него не и так квадратные. Ставим еще! Да вы задрали пинацию, вы, пинандухи. Мне кажется, такое слово есть. Какое? Пиндалюхи, пинанухи. Какую-то фигню вечно приду, выражу потом. Это, знаете, это уже диагноз. Вот именно. Давайте, пацаны, не бойтесь. Ой-ой-ой-ой. Кстати, на этой карте она довольно-таки небольшая. Что-то легко выживать, да, пацаны? Вообще. Один Абунга, здесь надзиратель у нас черный. Давай, Димаш, убегай от них. Ты думаешь? А я могу его удалить? Я его даже удалить не могу, представляете? Они вообще не управляются ни физганами, ни лице нельзя навестись. Так. Да, у меня шизофрения. Нулевой степени. Я боюсь, не надо. Опа. Ай, тут это пиндалец. Нормально. Ох, телепортировался, видите? Морда абунговская телепортируется постоянно. Надо сваливать. Нет. Срочно. Эй, ты чё тут сидишь? Ешьте его, Абунги! Ешьте, на!
Я знаю, ты... Ага, ты меня тоже хотел? Ну что, ребята, нате, ешьте. Это ваш еда. Теперь кто будет мне пытаться скидывать... Я уверен, там кто-то на крысу бегает. Кто будет мне пытаться скидывать, я буду... Знаете, что делать? Физганом их скармливать. Ой, я вижу. Так, 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 я вижу, их тут движ... Ах ты жопа морская, ты где? Опа! Это не тот. Это не тот, ну извини, извини, это вот он. Не, вот он, вот он. Ты меня сделал, это ты был с ножом, я знаю. Отвали, морда! Сейчас еще. Собачья, на тебе. Дима, ты где? Эй! Да вы че против меня все сказали? Дима, ты где? Мы без оружия договаривались, а вы оружие используете. Все, убийца. Я буду добавлять вам еще тогда. Нате вам еще, ешьте. Я ж не жадный, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. На тебе! Ой, блин, да, базуку в руках держал. Пошло. На! Я убийца! Буду мочить. Раз вы меня мочите, я буду вас мочить. Вы наши ролики про веселье. Ого, за одним челиком бегает. Ну ладно. Ну ладно, ладно. Кстати, вот это точно телепортируется, я видел, как он сзади меня появлялся. Ставим еще. Нать! Скинул! Зараза! Не надо мне его! Я запоминаю всех, кто меня скидывал. Я вас буду тоже скидывать. Я вообще не хочу с вами дружить, я буду тут на крысу стоять. Нет, мне на крысу не получится, они все за мной гонятся. Буду постоянно бегать, чтобы вы меня не мочили. Ну хорошо. Так, отлично. На. Ага, не попал. Нет. Хорошо. У меня уже руки мог... А! Да вы что, давайте без оружия, ну пацаны, ну это же нечестно. Вы сейчас снайперки возьмете и будете меня убивать. Давайте так, рукопашный бой. Так, я вам еще ставлю. Давай. За то, что вы мне скидываете, я буду вам еще ставить много штук. Так, я добавил довольно-таки уже много. Ой-ой-ой-ой, стойте, стойте, сбился Абунгокс. Еще ставим. Еще. Они будут сейчас по всей карте. Так, вот давайте проверим, какой у нас лимит на NPC-шек. Так, ах ты, зараза, а. Ой, настройка ты... песочницы. У нас NPC 101 штука может быть. Эй! А, вот так, на тебе. Вот это он весело отлетел, красавчик. А говорил, сальтухи делать не умеешь. Красиво же сальтушнишь. Сальтушнишь. Сегодня у нас ролик странных калимых слов. На тебе. Веселье. И опять ты? Да ты успокоишься, чине. На тебе. Пацаны, вот он, вот он. На. Ой, упал, не допрыгнул. Опять ты тут появился? Такой нет, спал, вот со мной. Давайте, вот он, пацаны. Вот он! А, ты меня не скидывал. Ты меня не трогал, ты меня не трогал, да-да-да. Мы ж добрые наполовину. Так, смотри, я могу туда прыгнуть? Ай, голову этого ударил. За то, что ты с ним столкнулся, его Амунга убил. Опа, смотри. Нет-нет-нет, я боюсь тут находиться. Эй, опять ты? Ты зараза, у меня уже 2% хп. Ай! Ну пико! Ну чпико! Ну блин, ну что ты? Что ты? Ну блин! Ага, вот пацаны, я уже понял. Вы сегодня хотите надо мной сильно поиздеваться. Хорошо, хорошо. Нет, нет. Нет. Не сильно хотите издеваться? Супер сильно. Очень сильно. Да что такое? Прям же... Нате вам. Ого, они меня тут не достали. Ребята, я за карту вылетел. А это вообще... Молодец. Это реально, что ли, вот так? Вы увидите на ролике, куда я попал. Я вообще не знал, что эта часть карты здесь существует. Ты читер. Так, меня летим. Вообще не убило. Так. Ой-ой-ой. Не, пацаны, такие мощные бомбы не. Вы чего? Я так по шутке скинул. Я больше не буду бомбы кидать. Да, давайте будем. Эй! Хорош, ну пацаны! Это ж мы в конце ролика, еще не конец ролика. Я добавляю еще бунг. Добавляю много бунг. Это начало конца. Я возродиться не могу. Ставим, ставим, ставим много штук. А вообще, что я так парюсь? Давайте сразу с физгана настреляем просто. Все, ставлю до упора. Ставлю 101 штуку. Вот это сейчас, ребята, будет в канале. Все, что вы хотите. Дождь и забун. Такое хотите? Ой-ой-ой, они уже ближе. Вот это их там. Говно. Ой-ой-ой-ой-ой. Я живой. А что я живой? А, я не живой. Все, я понял. Кому как? Опять ты. Опять ты.
Нет! На тебе, пацаны, вот он, ешьте его. Пацаны, кому корсарчик кинуть, он такой пятый, хороший. Не, не надо корсар, не надо. Он корсар слаб. Еще рано. Надо. Знаешь, куда корсар кинь? В туалет у себя дома. И смотри, как он взрывается. Не надо. А перед этим в туалет сходи. Опять ты? Нет, не трогай, нет. Я буду тебя скар... Эй, браток твой, вы чё стреляетесь? Я ж договаривался по-нормальному с вами воевать. Бедра. Опять? Вы чё? Да вы что делаете? Вы чё, на, попей. На, попей. Да вы задрали пивуньи. На. Да я даже замахнуться не могу. Вот это выходали отвориться. Эй, эй, отвали, отвали, отвали. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это мочит от меня, пацаны. Осторожно. Что ж вы делаете? Да вы что делаете? Отвалите. Ох, я... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, пацаны, давайте без бомб. Ну, бомбы вообще читерские. Ну, читерские. Ну и снайперка тоже! Ну ха-ха-ха! Вообще какая-то жесть творится, ребята! Вот это веселый ролик! Заряд позитива от Димаса. Погнали! Ну блин! Все, давайте повыживаем без оружия. Давайте. Чисто повыживаем. Давайте. Кто сейчас от обунку умрет, тот лох. Все, поехали с этого момента. Не, сейчас подождите, не с этого момента, сейчас. Да блин, все горит. Все, вот с этого момента, кто умрет от обунги, тот лох. Плохо. О, no name, да, есть, да, погнали. Да, смотрим, кто следующий умрет. Не-не-не-не-не. А я далеко, я просто хочу реально лохом не быть. О, no name, ты что, два раза этот пролох? Отлично, отлично, ребята. Все, я выкину. Я двойной лох какой-то. Ты двойной лох? Не трогай, не трогай, я хороший, я дом. А, они за мной, они за мной. О, отступают. Скинь его. А, достают. Дидим и скинь. Да не надо меня скидывать. Так, проскочу, не проскочу? Проскочу, отлично, ребята. Я прям вообще сегодня тащильщик от бога. Тащильщик? Тащильщик. Ого, их тут. Вот это класс. Люблю такие выживания, это весело. Ой-ой-ой! Да ну все, я ж уже не лох, правильно? Уже ж поумирали люди передо мной. Хитрый! Хитрый, хитрый! Все, я заныкался, чтобы вы меня не видели. Кто меня воздомёдом пострелял? Ну кто ж кроме форума? А я один. Жопа, блин! Я случайно к вам залетел. Опа, на. На тебе. Я просто хотел подбежать и скинуть. Не надо мне скидывать. На. Вот это веселье. Ну я просто увидел, ты стоишь. 100 рублей заплати. А, красиво, четко прицелился. Ой-ой-ой, это было эпично. Через всю карту Гай завалил. Кстати, на этой карте можно классно делать перестрелки между башнями, да? Ой, летит ракета, я вижу, летит ракета, ты промахнешься. Смотрите, не попадет. Я знал, что ты косожоп. Да на тебе! Сейчас я попаду. Ты сначала научись стрелять базукой. Сейчас я попаду. На, красиво! На! Да не надо, я добрый. Да ты не добрый. У нас сегодня нет добрых, все злые. На тебе вам всем. А, базука летит. Димас. На. А! Да блин, вы что делаете? А, вы со мной решили войну устроить? Ты тварь, я тебя с собой заберу. На тебя, бунги, двоих нас убивайте. Ура, меня не убили. Да ну блин, вы чего? А! Ну блин, ну блин! Так, я знаю, что надо сделать. Нате вам. Надо найти. Раскулмашьтесь. Нет, что он поставил? Что это за бомба? Да это маленькая бомба, она ничего не стоит. Пика, удаляй ее, удаляй. Нет, не удаляй. А где она? Я найти. А вот она, да. На, ну блин! На! Вот это жесть! Короче, ребята, сегодня у нас веселье и угар, победила дружба. Нет, я победила. Че, пацаны, победила дружба или нет? Нет, я не победила. Нет, не победила дружба? Хорошо, дайте вам еще.
Вот это жесть! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!